В Чебоксарах появился первый передвижной мобильный комплекс для контроля объектов дорожной инфраструктуры. Проект представил один из крупнейших провайдеров цифровых технологий в стране. Три камеры, сервер обработки данных и комплект для мобильной связи. Вот и все внутреннее оснащение. Но с его помощью комплекс, двигаясь по маршруту, автоматически фиксирует нарушения дорожной инфраструктуры. Получив маршрут, двигаться по нему с определенной скоростью. У меня было три маршрута на этот город. Отследить можно состояние автомобильной дороги, бордюров, дорожных знаков, светофоров и опор освещения. Эти данные отправляются сразу в единый центр мониторинга. Нажимая на кнопочку, я приближаю. Таким образом, мы переходим в зону, когда мы можем приблизиться и посмотреть на отдельно взятое нарушение. У нас основным нарушением является именно нарушение дорожного покрытия, либо стертые дорожные знаки. За всеми показателями можно отслеживать в личном кабинете заказчика в режиме реального времени. Эта информация содержит дату, время и место фиксации, а также фотоснимок объекта с указанием типа отклонения. Сама машина оснащена GPS-комплексом, чтобы отслеживать ее местонахождение. Специалисты дорожной отрасли считают, что современная технология позволит существенно экономить ресурсы городских служб на содержание автодорожной инфраструктуры. Можно использовать это оборудование как в городских условиях, так и на региональных и местных дорогах. У нас есть мониторинг, но он осуществляется на сегодняшний день не автоматически, а вот именно визуально осуществляет кураторы. Достаточно иметь один комплект такого оборудования и заменить несколько человек кураторов, которые занимаются такой же подобной работой. Пилотный проект уже реализуется в нескольких городах страны. Цифровые технологии активно входят в важнейшие сферы жизни, в том числе в ЖКХ и городскую инфраструктуру. Безусловно, это новый импульс к развитию. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.